Здравствуйте. Сегодня давайте рассмотрим тему, как можно удалить свой аккаунт ВКонтакте. Если у кого уже в браузере есть ссылка на свою страницу ВКонтакте, то переходим по этой ссылке. А у кого нет этой ссылки, то поисковик забиваем ВКонтакте, открывается окошко, и переходим по этой ссылке, прописываем все свои данные, которые там необходимы, там логин, пароль, и попадем на главную страницу своего аккаунта. Так как у меня все это проделано, то я нажимаю на эту ссылку. Пароль тоже уже сохранен, поэтому я сразу попадаю по этой ссылке на главную страницу своего аккаунта ВКонтакте. Здесь, где аватарка наша, нажимаем на такой треугольник. Здесь нажимаем «Помощь». Открылась вот такая страница. И нажимаем на эту ссылку «Как удалить свою страницу». И открылось вот такое окошко. И здесь нажимаем на эту ссылку «VK.com Setting». Здесь опускаемся ниже. Нажимаем на эту ссылочку. И написано «Вы можете удалить свою страницу». Я пишу «У меня есть другая страница». Я могу выбрать любое значение из этого предложенного списка. И нажимаем «Удалить страницу». Ваша страница удалена. Вы можете восстановить свою страницу до 17 ноября 2020 года. А до этого все данные, которые находятся в нашем аккаунте, они будут сохранены. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.